Воскресенье. Воскресенье, 2 мая. Люди как будто после Нового года бухают, либо на дачах пусто вообще везде. У нас пообещали грозу, дождь, ветер. Думаю, прокачусь пока минут 20-30. Никого нет. Классно кататься на таком скутере, вообще просто. Одно удовольствие по силу кататься. Для города тоже, наверное, очень классно. Да не наверное, а точно знаю, что хорош.
говорю, как после Нового года. Пустота. Убирает воскресенье, делать не. Нагрелся. Там что работает, что нужно. Ну, а собеседник держит. Андрей, Андрюша хуярит на все деньги. Нормально, как у вас.
дальнее, я же вернусь.